Здравствуйте. Для того, чтобы сделать сердечко оригами, нам понадобится квадратный лист бумаги. Берем лист, сгибаем его пополам. Согнули, развернули и еще раз. Разворачиваем. Теперь один край тянем к центру. Переворачиваем заготовку. И вот эти углы тянем к центральной линии. Разворачиваем. Вот этот угол тянем до центра. И этот край тоже. Вот что у нас получилось. Теперь вот этот угол тянем вот сюда. И с другой стороны также. Слаживаем пополам. Сложили. Раскрываем. Здесь у нас есть карман. В этот карман заправляем этот треугольник. Получилась такая заготовка. Вот эти края выгибаем, делаем два треугольника. Один и второй. Загибаем вот эти вот уголочки. Загнули. И вот эти вот треугольнички загибаем до центральной линии, этой маленькой. Оригами сердечком готово.